сегодня. Вас подает. Воздух из Сельта выигрывает, но не получается выиграть подпор мяча после приема. И вот падает, как неудачно здесь игрок Сельта. И атака, выход 1-1. И Альварес бросается в ноги, защитник, добивание и гол. Гол, и вот так вот дебютирует за свою команду новую тот самый украинский аргентинец, тот самый Густаво Бланко Лещук. Досаднейшая для Сельты ситуация. Подскользнулся, упал игрок, и этого хватило. Хватило футболистам Шахтера, чтобы атаку провести. Мне еще показалось, что в момент, когда от защитника мяч отскочил, ну вот нам сейчас всю атаку, видимо, покажут наши коллеги. И большое им за это спасибо. Давайте посмотрим еще раз. Тайсон получает мяч. Передача. Фред. Офсайда нет. Атакует Марлос. Финт, нет, здесь скорее в пятую точку или в поясницу мяч попал